Добрый вечер, Оля. Добрый вечер, дорогие друзья. Организаторы сегодняшнего концерта попросили меня сказать пару теплых слов перед тем, как я буду выступать. Но они очень наивные люди, потому что я не знаю ни одного гитариста, кто бы мог в двух-трех словах сказать, достаточно четко сформулировать свои мысли. И тем более первое правило гитариста говорит о том, что чем больше ты говоришь, тем меньше тебе придется играть. И сам повод, конечно, сегодняшнего нашего торжества не располагает к радости. Но я бы сказал. Дело в том, что я помню Олю, вот когда я был вот таким сопливым пацаном и начинал свою карьеру гитариста машинских дворах и подворотах, тогда Оля пела в самом, пожалуй, я еще до сих пор считаю, профессиональном коллективе нашего города, ансамбле «Монхит». И с тех пор, так сказать, я ее помню. И на самом деле для меня она была примадонной по тем временам. И мне потребовалось 20 лет упорного труда, чтобы сегодня на равных работать с ней на одной сцене и как музыкант к музыканту прийти на день рождения. Для меня это на самом деле большая честь. С днем рождения тебе, Оля, желаю тебе, чтобы твой убегающий талант, как и твоя красота, еще долго радовала и твоих коллег, и уважаемую публику, чтобы судьба разгоняла тучи над твоей головой, а если когда-нибудь будут дожди, то пусть они будут теплые и ласковые. Пока я стоял за кулисами и готовился к этому концерту, ко мне подошла муза, посетила муза, и вместе со следом на щеке от губной помады оставила, так сказать, такие строчки. Если позволишь, я это прочитаю, потому что это стихи, посвященные тебе. Это такая лирика с большой буквой «Л», и некоторые строчки просто невозможно читать без слез. Мне приснилась Оля, Оля Иванова, пела она песню в стиле босса-нова. Мне приснилась Оля, и в морской я пели. Эй, проснись, чувак, ты храпишь на сцене. Я решил, так сказать, поступить по старому проверенному способу гитариста. Женщине столько лет, насколько она выглядит. Поэтому в честь твоего 30-летия, прости, если я прибавил лишние 2 года, я исполню тебе пьесу «Рок-н-ролл для тех, кому за 3.
это еще не все. Я понимаю, что сейчас за кулисами все режиссеры, сценаристы, работники сцены, ведущие скрипят зубами, поскольку я чувствую, что я нарушаю регламент сегодняшнего вечера. Но мне сказали, что девиз сегодняшнего вечера от всей души. Но кто же знает, что я решал гитариста? Поэтому я подумал, что, придя в тебе на день рождения и раздать только стихи, ну пусть и гениальные, и что-то там побрякать на гитаре, это очень мало, не солидно. Поэтому я решил сделать тебе сюрприз. Сюрприз, да. И нарушить свой обет, который я дал себе 15 лет тому назад, никогда не петь со сцены. И прошу камеру крупный план, потому что больше этого нигде не увидите. Я решил сегодня для нашей Оли спеть песню. Правда, как это получится, я сам, честно говоря, не знаю. Но душа поет. Душа поет, но голос слаб, слаб голос, конечно. Ну попробуем. Вы еще не слышали. Спасибо. Эта песня написана бывшим музыкантом и поэтом, такой ищущей натурой. Ныне он сытый и довольный шеф-повар передачи «Смак» Андрей Макаревич. Все очень просто, сказки обман, солнечный остров скрылся в туман, замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся, ты или я. Вы или я?